Вот еще одно видео. Показываю мое изделие. Не хвастаюсь, просто делюсь опытом. Задумал я когда-то печку себе сделать в гараж для плова. Ну, не только для плова. Вот картошечку жарим в данный раз. Печку сделал необычную. Видите, пятиугольник. Пентагон. Вот это кольцо, это ручка для переноски. Вот такая дверь. У меня здесь поднимается, но сейчас солнце не очень хорошо светится. Поддувало совмещено с местом загрузки дров. Можно вот такие полюги прямо вдвигаешь, вдвигаешь туда и горит. Тяга очень хорошая. За счет вот этих вот по периметру отверстий, да, дымок заворачивается, обволакивает ваш плов, картошечку получается с дымком. Вот такая конструкция. Тень большая от солнца, вечер. Вот рекомендую.